Вазы из бутылок, плеты, старых джинсов и подставки для карандашей и жестяных банок. Во всем мире набирает популярность апсайклинг – вторичное использование ненужных вещей, которые должны были отправиться на свалку. Не отстает от мировых трендов и центральная библиотека. У каждого у нас остались диски, которые мы когда-то слушали, или смотрели, или играли в игры, неважно. И теперь можно сделать так, чтобы из них, ну, их не просто выкинуть, да, а сделать из них какое-нибудь изделие. Мы сделаем несколько персонажей из этого прекрасного мультика «Смешарики». Для работы понадобятся старые компакт-диски, цветная бумага и картон, клей, двусторонний скотч и ножницы. Такие игрушки-подвески под силу сделать даже дошколенку. Главное – соблюдать последовательность в работе. Прикрепила ножки к диску. А потом? Тучки. Ага. И прическу потом, да? Пятилетняя Ева вместе с мамой Мариной Черновой на мастер-классе библиотеки впервые. Но заверили, так понравилось, что будут стараться ходить регулярно. Даже бы не подумала, наверное, что можно какие-то игрушки делать. Но сейчас взяла на вооружение. Очень интересный мастер-класс. Ага. Дома наверняка еще остались или выкинули все? Нет, дома есть. Вот попробуем дома тоже воплотить эту идею в жизнь. А вот Влад Чевелев – постоянный участник мастер-класса в библиотеке. Мне нравятся смешарики, поэтому я и решила, собственно, персонажа сделать. Сложно было, легко, как вот мастер-класс? Ну, в принципе, легко. Легко, да? Главное понять суть. Каждый участник мастер-класса успел сделать по 2-3 любимых героя мультика, чтобы потом можно было разыграть маленький спектакль. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.